С первого дня дополнения меня спрашивают, чем дамажить по боссам. Да я сам все как-то долго разбирался. Мета только обновилась, так что комьюнити усиленно все эти дни считает и собирает билды на лучший урон. Только ты собираешь один лучший, как через час на ютубе появляется уже другой супер лучший. Так что в этом видео, что бы я ни сказал, будут позднее варианты лучше, а в комментариях напомнят, о чем я смолчал. Как и ты мог не написать о том или о сём. Поэтому сразу предупреждаю, это видео не покроет и половины инфы по цифрам. Я вообще не буду говорить о способностях сегодня, я просто коротко сфокусируюсь на нескольких пушках, которые как минимум стоит иметь при себе наготове, если вы решите отправиться в рейд 10 марта в Day One, ну или позже. Постараюсь максимально упростить и для скорости, и для того, чтобы не перегружать тех игроков, кто обычно за цифрами плотно не следит. Те, кто следят, они и так знают, где всю эту инфу брать. Ну а если ты супер эксперт, все же, пиши в комментариях свои рекомендации, думаю, подписчикам будет полезно, да и я почитаю, может, что новое узнаю. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Итак, во-первых, если вам лень разбираться от слова совсем, но все же дамажить вы хотите нормально, на данный момент самый простой и оптимальный вариант – это комбинация снайперской винтовки и ракетницы. Да, не новая комба, но проверенная и до сих пор рабочая. В общем, база. Отлично подойдет бремя Идзанаги, плюс ракетница с автоподзарядкой, грохот в ночи из сезона видения или забияка, например. В этом сезоне еще и катализатор для экзотической ракетницы «Двухвостый лис» заиграл, и если вы его выбили и выполнили, то ракетница также нанесет вполне себе неплохой урон в комбинации с модом сезонного артефакта «Нестабильный поток». Но к нему еще вернемся. Кроме ракетниц, конечно, помните про гранатометы «Виндиго» и «Владыка», о которых говорили все последние недели, с перками автоподзарядка и взрывной свет. Они тоже не забыты, их можно комбинировать с той же Идзанаги или с горсткой пепла. Из экзотических гранатометов отдельно можно отметить разве что электрический старатель, у него очень приличные цифры по общему DPS. В качестве еще одного варианта внезапно на арену выходит усыпляющий симулянт, если совсем других вариантов нет, но к нему в пару нужно будет брать или легендарную снайперскую винтовку с хорошими перками вроде родословной из СГК, или однозарядный гранатомет, но это далеко не лучший урон по умолчанию. Про мод «Нестабильный поток» я говорил, что вернемся. У нас с ним в принципе любое пустотное оружие будет хорошо дамажить, даже линейки, которые дебафнули, к примеру, тайпан. Мне недавно как раз упал неплохой вариант. Самым большим сюрпризом здесь станет дыхание Левиафана, лук в третий слот, который я, по-моему, даже для видосов на канале ни разу не брал. По замерам он способен нанести просто очень крутой для лука урон, особенно если вы будете юзать перчи для охотника Хранитель Клятвы. Теперь немного автопно, но чтобы было проще, давайте расскажу просто за себя. С каким оружием решил я сам собрать своего основного персонажа, охотника, для похода в рейд. Я в подготовке к рейду пока остановился на вариантах Идзанага плюс ракетница с автоподзарядкой, пока не решил какая именно, потому что за последние сезоны, что я не играл, я не получил важные образы оружия, либо горстка плюс гранатометы, о которых говорил. Третий же вариант, поскольку я иду охотником, как я сказал, собрать стазисного ханта с маской Бакрис плюс арковой ракетницей на автоподзарядке и экзотической снайперской винтовкой «Небесный удар». Перк «Световое смещение» на Бакрисе даст мне 2 бафа к урону по 10% каждый, один для увеличения электрического урона оружием, а другой по замедленным стазисом целям.
Это идеально подходит для использования связки с арковыми ракетницами в комбинации с новым модом «Мощь оружия молнии», который также можно стакать до 3 штук в искусственной броне, если. И тем самым повысим общий баф к урону более чем на 40%. Если добавить к этому еще кладезь варлока и какой-нибудь 30% дебаф, то в итоге можно нанести около 140% дополнительного урона. Так что с этим бустом я собираюсь дамажить из ракет, перезаряжая их милишкой или доджем, а затем переключаться на небесный удар. Да, все еще мы ищем и изучаем, возможно завтра найдем что-то еще круто работающее и все планы изменятся и это видео вмиг устареет, но пока так. Еще раз, это все довольно просто, но я думаю, что для тех игроков, кто идет в рейд впервые или просто имеет небольшой опыт и хочет сейчас нормально поиграть, этого видео вполне достаточно. Обязательно делитесь в комментариях своими мыслями о том, с чем собираетесь наносить урон рейдовым боссам, а также залетайте в Телеграм. Там в комментариях общение все же активнее, чем в комментах на Ютубе, так что с радостью обсудим. Все, пока.